Baby Bus. Нажми здесь и подпишись. Вот, я делаю вкусные гамбургеры. Отлично пахнет. Раз, два, три, четыре, пять. Пять гамбургеров готовы! Стали пять бургеров прыгать по подносу, и один на стол вдруг упал. Повар разозлился и сказал: «Хватит бургерам прыгать по подносу!» Четыре бургера скачут по подносу, и один на стол вдруг упал. Повар разозлился и сказал: «Хватит бургерам прыгать по подносу!» Стали три бургера прыгать по подносу, и один на стол вдруг упал. Повар разозлился и сказал: «Хватит бургерам прыгать по подносу! Хватит бургерам прыгать по подносу!» Стали два бургера прыгать по подносу, и один на стол вдруг упал. Повар разозлился и сказал: «Хватит бургерам прыгать по подносу! Хватит бургерам прыгать по подносу!» Стал один бургер прыгать по подносу, он оступился и на стол упал. Повар разозлился и сказал: «Хватит бургерам прыгать по подносу! Давайте прыгать дальше!» Да! Как здорово! Да! Ого! Похоже, тут очень весело! Захватим это место! Нет! Теперь мы захватили это место! Мы пугаем страшно, Бу! Мы пугаем страшно, Бу! Птицы всех пугать бегут. Говорит гамбургер, что я могу. Что же он придумал? Чили-бомбы! Очень-очень смело, ну давай! Чили-бомбы! Чили-бомбы! Очень-очень смело, ну давай! Мы пугаем страшно, Бу! Мы пугаем страшно, Бу! Птицы всех пугать бегут. Говорит картофель, что я могу. Что же он придумал? Кетчуп-бомбы! Очень-очень смело, ну давай! Кетчуп-бомбы! Кетчуп-бомбы! Очень-очень смело, ну давай! Мы пугаем страшно, Бу! Мы пугаем страшно, Бу! Птицы всех пугать бегут. Говорит Кола, что я могу. Что же он придумал? Ледяные бомбы! Очень-очень смело, ну давай! Изо льда! Изо льда! Очень-очень смело, ну давай! Мы пугаем страшно, Бу! Мы пугаем страшно, Бу! Ах,
О, нет! Не поесть мне булку с джемом! Ах да! Там стоит автомат по продаже булочек! Вас приветствует булочный автомат. Можно купить много вкусных булочек. Ого! Вкусные булки! Выбирать, выбрать вкус, нажать на кнопку «Подождать». Я хочу клубничный джем. Булку берем, джем сверху кладем. Вот и все выдаем, снова вас ждем. О нет, моя булка! А ну дай сюда! Выбирать, выбрать вкус, нажать на кнопку «Подождать». Я хочу черничный джем. Булку берем, джем сверху кладем. Вот и все выдаем, снова вас ждем. Выбрать вкус, нажать на кнопку «Подождать». Я хочу ананасовый джем. Булку берем, джем сверху кладем. Вот и все выдаем, снова вас ждем. Булочка! Выбирать, выбрать вкус, нажать на кнопку «Подождать». Я хочу мультифруктовый джем. Булку берем, джем сверху кладем. Вот и все выдаем, снова вас ждем. Что-то не очень вкусно. Как же жарко! Хочу пойти поплавать! Плавать? Ребята, давайте мы тоже! Покраснела, и конфетка говорит: где моя красная одежда, постой? Четыре конфетки плавать пошли. Прыгнула одна из них в чашку с водой. Вода пожелтела, и конфетка говорит: где моя желтая одежда, постой? Три цветных конфетки плавать пошли. Прыгнула одна из них в чашку с водой. Вода посинела, и конфетка говорит: где моя синяя одежда, постой? О нет, надо спросить у кондитера, что с нами случилось. Две цветных конфетки плавать пошли. Прыгнула одна в чашку с водой. Вода позеленела, и конфетка говорит: где моя зеленая одежда? Где одежда? Постой! Вот одна конфетка плавать пошла. Прыгнула с разбега в чашку с водой. Вода лиловой стала, и конфетка говорит: где моя лиловая одежда? Постой! Надо же! Кто вы такие? Мы пять цветных конфеток! О, а что вы такие бледные? А?
Сказал, что пропала одна коробка гамбургеров. Думаю, это она. Я отнесу их обратно. О, мы спасены! Ого, все выглядит таким вкусным. Какое аппетитное! У меня что-то в напитке. В наших тоже. А, это так весело. Папа, Тимми балуется. Кажется, он придумывает новые рецепты. Новые рецепты? Да. Смотрите, это йогурт с печеньем. Это печенье с леденцом. Это... Йогурт с зефиром! Это так весело! Вы можете придумать еще рецепты. Ого, я тоже хочу попробовать. И я! Без проблем. Маленькие повара, вы готовы приготовить вкусную еду? Конечно! Сделаем пиццу мы сами. Добавим сыр с сосисками. Если добавить конфет, будет еще вкуснее. Ням-ням-ням, попробуем. Будет точно вкусная пицца. Гамбургер сделаем сами. Вот котлета и салат. Если добавить кетчупа, будет еще лучше. Ням-ням-ням, попробуем.
попробуем, точно будет вкусным гамбургер. Он такой острый! Я не люблю острые гамбургеры. Это был соус чили. Сделаем десерт мы сами с хрустящими печеньками. Если добавить лимонного сока, будет еще вкуснее. Ням-ням-ням, попробуем. Десерт придуман новый. О, оно такое кислое. Я не люблю кислое мороженое. Приготовим сок из яблочек. У него приятный аромат. А? Что это? Давайте добавим. Ням-ням-ням, попробуем. Из яблок выйдет сладкий сок. О, он такой горький! Мими, что ты добавила в сок? Какой-то зеленый фрукт. Это же горькая дыня. Горькая дыня? Привет, малыши! Хотите создать свою собственную пиццу? Говорят, вы готовы? Да! Что еще хотите положить? Сироп! Сырные палочки! Карамельные тросточки! Ням-ням-ням, быстрей пекись! Нашу пиццу с карамелью и зефиром! Она сладкая? Или соленая? Фу-фу-фу-фу, нет-нет-нет! Я не буду, не буду, не буду! А папе понравилось. Правда? Правда, правда. Ура! Сделаем пиццу мы сами. Чипсы положим и попкорн. Соусом будет еще вкуснее. Ням-ням-ням-ням, быстрей пекись. Чипсы-пицца, чипсы-пицца, чипсы-пицца. Ой, какая острая! Фу-фу-фу-фу, нет-нет-нет, я не буду, не буду, не буду. Ой, это же не тот соус! Делаем пиццу мы сами, йогурт положим и хлопья. С лимонами она будет еще вкуснее. Ням-ням-ням-ням, быстрей пекись. Наша пицца под названием здоровье. О, кислятина. Фу-фу-фу-фу, нет-нет-нет, я не буду, не буду, не буду. Папе они понравились, не расстраивайтесь. Мы приготовим вкусную пиццу в следующий раз. Ням-ням-ням. Кики, смотри, какая очередь. Все хотят что-то купить. Вот так. Пойдем посмотрим, что там. Ага. Пока. Ух ты, попкорн. Самый вкусный попкорн, попробуйте сами. Я хочу со вкусом клубники. Масло и зерна, масло и зерна. Перемешать, перемешать. Сахар добавить и сироп клубничный. Хлоп, 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 хлоп. Хлоп! Ух ты, он розовый! Розовый попкорн, розовый попкорн. Потряси, потряси, посыпь красиво сверху, как он вкусно пахнет. Ням-ням-ням, ням-ням-ням. Ух, о, еще желающие. Я хочу.
подачу со вкусом черники. Масло и зерна, масло и зерна. Перемешать, перемешать. Сахар добавить и сироп черничный. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп! Ого, он синий. Сколько работы! Привет! Мне тоже попкорна! Мне вот этого! Масло и зерна, масло и зерна. Перемешать, перемешать. Сахар добавить и сироп секретный. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп, хлоп, хлоп. Хлоп! Ух ты, какой он разноцветный! Цветной попкорн. Меня первым заберут, потому что я лучший. А вот и нет. Первый заберут меня. Вы оба не правы. Я точно знаю, первым заберут меня. Сюда кто-то идет. Что бы мне взять? Возьми меня! Возьми меня! Лучшая! Эй, меня! Посмотри, я вкусный гамбургер. Булочка с котлетой, красота. Я тебя так ждал, выбери меня. Вкусный гамбургер как раз для тебя. Ух ты, гамбургер такой аппетитный. Взять хочу я этот гамбургер. Булочка с котлетой, красота. Чтоб его купить, монетку вставь. Вкусный гамбургер, скорей выходи. Ха-ха-ха! Посмотри, а я картошка фри. Ароматная и хрустящая. Я тебя ждала, ты съешь меня. Вкусная картошка как раз для тебя. Картошка фри! Люблю ее! Я картошку фри еще взять хочу. Она так хрустит и пахнет. Чтоб ее купить, монетку вставь. Вкусная картошка, выходи. Вкусный сок нам дарит апельсин. Самый сладкий, самый свежий. Здесь я лучше всех, меня возьми. Ты ведь любишь апельсиновый сок. Апельсиновый сок я тоже возьму. Вкусный сок я тоже взять хочу. Свежий он и очень сладкий. Чтоб его купить, монетку вставь. Апельсиновый сок, выходи. Смотрите, сколько у меня всего вкусного. Так жарко, я хочу выпить сока. Я тоже. Свежий вкусный сок. Сок крокодила, сок динозавра и радужный сок. Стойте, стойте, стойте!
Подходите, пробуйте сок. Перед вами чудо-блендер мой. Ага. Фрукты кладем, вжик, вжик, вжик. И полезный сок готов для вас. На-на-на-на-на-на-на-на. Сок динозавра, сок крокодила и яркий радужный сок. Какой вы хотите? Я хотел бы радужный сок. Из чего же сделан он? Из чего же он? Клубника, апельсины, черника, бананы, виноград и киви — мой рецепт. На-на-на-на-на-на-на-на. И твой сок уже готов. На-на-на-на-на-на-на-на. Я хотел бы крокодила сок. Из чего же сделан он? Из чего? Зеленый киви и ягоды черники. Ого! И твой сок уже готов. На-на-на-на-на-на-на-на. Я хотела б динозавра сок. Из чего же сделан он? Из чего же сделан он? Ананас, манго, яблоки, арбуз. И твой сок уже готов. На-на-на-на-на-на-на. На. Ого, какой сладкий. Ням-ням-ням. Рудольф, у тебя язык стал зеленым. А? О, Кики, а у тебя он разноцветный. Уверена, это из-за вашего сока. О!